Ну, видимо, уже, да, последний остается 3,5 минут. Завтра все, а сегодня война. Завтра с родиной мы и с родными. А сегодня, сегодня, прости, старина, если пуля все это отнимет. Завтра будут дороги без мин, тормозну и в кювет отоспаться. А сегодня с войною один на один, и сегодня обочинам рваться. А сегодня с войною один на один, и сегодня обочинам рваться. Завтрака оператор родной нас пропустит бесплатно в сортиры. А сегодня отчизна за нашей спиной, вместе с ним набирающим жира. Завтра мелочь пойдет по рукам, все в размен, завтра топать по краю. Кое-кто без потуг разменяется сам, но кое-кого разменяют. Кое-кто без потуг разменяется сам, но кое-кого разменяют. Как сегодня все просто у нас, и порою разжив, то счастливы. И на небо глядим, словно в первый свой раз. Это завтра скучать без разрыва. Завтра ты, как моряк с корабля, после шторма сошедший по сходням. И когда закачает родная земля, не роняй, это наше сегодня. И когда, как под ним, закачает земля, не роняй, это наше сегодня. Не роняй, это наше сегодня.